Кому конкретно пришла идея организовать выставку на дому, сказать трудно. Поразмыслив, они все вместе решили, почему бы не объединиться и не порадовать своих друзей. Ну и себя, конечно. Сделали просто. Освободив комнату от лишних вещей, по стенам развешали картины собственного исполнения. И объявили об открытии. И, надо сказать, народ пошел. Куда это вы так спешите? К Мэгату на выставку. Художников трое. Дмитрий Сергеев, Дмитрий Владимиров, Анатолий Либерман. Они не похожи друг на друга, но зато роднит их общая тяга к искусству. Два Дмитрия когда-то учились в Читинском музыкальном училище на художественном отделении. Анатолий – студент медакадемии. Писать картины для всех троих – не что иное, как стремление к самовыражению. Они утверждают, что когда нет слов, а душа поет, на бумаге рождаются немыслимые образы, что действительно соответствует истине. Правда, сколько бы мы ни пытались понять смысл этих работ, у нас так ничего и не получилось. Да и сами авторы порой не всегда понимают их суть. Более того, они считают, что это не самое главное. Важно, что ими движет порыв души, который заставляет переносить на бумагу чувства и мысли. Дима, веревочки не хватает, нужно веревочку. Я спидель куда приезжай. Ты видишь, веревка не летает, не спидель, но... Ты вот эти, да, пониже запустил, и все. А как ты запустил? Че, не выжили? Воздохнут сюда, Димка. Да не, нормально. Дима, воздохнут сюда просто. Что это? Автор видим. Автор это? Это что? Это я. Having already said, he's welcome.
Так. В общем, я рассудил курицу. У меня хорошо получается, конечно, все, что я рассудил курицу. Ну, то, что мы нас учили. А я из-за этого живу с ней. Я этого не делаю. Ну, фантастика. Ваше имя, фамилия как? Сергей.
Кто это? Да, вот так. И вот снялись? Конкретно же от каждого. Кто как. А замысел это как выходит? Замысел? Просто вот спонтанно, все, да, что-то в голове появилось. Это различно. Это может быть и что-то думать, что-то душе на какой-то. Ты хочешь видеть. Или, допустим, что-то неожиданно тебе пришло, ты увидел, что я говорю. Когда хочу, чем хочу. Дима, вот вопрос к тебе. Как вообще возникла идея создать подобную выставку? Да, что-то сидели просто и решили. Ну, в салоне неинтересно выставляться. В музее это долго все, история это с оформлением, время и деньги нужны. А так дома, ну, домашняя обстановка, такой андеграунд. Ну, вот хотели так вот для своих близких, для друзей сделать это все. У тебя друзья только художники? Да нет, почему? Музыканты всякие. Понятно. Вот глядя на ваши работы, у меня возникает вопрос. Иногда вам самим не бывает страшно? То есть вот я понимаю, что многие работы – это воплощение ваших каких-то, вашего мировоззрения, так скажем, да? Вот с помощью вот этих работ вы как-то самовыражаетесь. Не бывает страшно от своих мыслей, которые вы на бумагу переносите? Ведь они несколько необычны для восприятия нормального человека, так скажем. Ну, лично я, вот я на своих работах, допустим, вижу, как бы, да, действительно, то, что вот у меня там где-то внутри во мне. Это мне помогает даже. То есть я вижу и негативные стороны, и вижу положительное что-то. Доходило до того, что я чуть ли не гадал на этом почему-то все. Иногда я что-то нарисую, потом это в действительности вдруг откуда-то появляется. Ну, это уже, конечно, я сам не знаю, почему это было. Ну, что скажешь? Дима, а вот так, положа руку на сердце, это не подражательство каким-то новым новомодным формам, веяниям? Или это вот душа говорит? Ну какие веяния, не знаю, тут на щите вообще, по-моему, никаких ни направлений, ничего нету, просто вот эти пейзажики всякие, натюрмортики. Почему бы вам, допустим, не взять и не подражать, ну, Шишкину, например, Айвазовскому? Вот мы с Таней вот ездили на Новый год в Иркутск, да, зашли в музей, в художественный, у меня руки опустились. Художники, которых везде репродукции вот эти Шишкиных всяких там и прочих, не знаю, это не знаю, это можно сказать даже не искусство, а что-то такое. Надо, наверное, прежде всего учитывать время, в котором мы сейчас живем. Время-то уже прошло. И вот это вот все, вот это вот, не знаю, в совокупности, что это дает, что творится вообще. И еще и из этого надо иметь какую-то избирательность. Здесь обязательно это. Вот мы говорим даже о течениях, направлениях. И мы живем в Чите. Вот, ну, у нас здесь разряженное все, во-первых. И, естественно, ну, надо находить в себе какие-то такие силы. Ну хорошо, а есть художник, который вас устраивает как мастер, у которого вы могли бы учиться? Конечно. Единственная вот как бы линия, относительно которой, допустим, я вот что-то нахожу от себя. То есть
каждый человек, он в жизни, вот он выбирает постоянно, он живет, он определяет, что хорошее, что плохое. И по этой схеме он живет. Так же это и здесь. Есть вот и художники, картины, да, созданные. То есть человек видит их, он как и может, то есть так же вот и действует, то есть выбирает. Вот это хорошо, это плохо. Нет, я лучше так сделаю, нежели так. Допустим, у меня тоже такое бывает. Мне не важно, в каком даже я стиле буду там работать или что-то я буду это делать, но прежде всего я хочу как бы вот именно избрать вот это вот, ну, как вам сказать, центральная такая часть, что ближе именно вот к моей, что ли, всем устремлениям моим каким-то. Полное соответствие такое. Когда вот это вот все действительно в какой-то концентрации все идет такое, вот это хорошо. Дима, как приходит замысел, как рождаются картины? В принципе, предыстории никакой нет, просто берешь кисть и начинаешь писать. Ну, когда как получается тоже. Иногда и утром рано, и в троллейбусе, иногда что-нибудь. Иногда просто какие-то картинки такие в голове летают, я их называю веселыми картинками. Перед глазами вот это все бегает. И если бы была куча бумаги, можно было бы просто сидеть их рисовать, и все. Ты в детстве помнишь себя рисующим? Ну, что ты рисовал? Что-то, я не знаю, какие-то всякие, ну, как все дети, наверное, самолетики, танчики всякие. А когда вот этот крен наступил, когда ты стал видеть мир по-иному несколько? Наверное, в 11 классе. Про вас можно сказать, что вы не такие, как все? Такие же, как все. Все же люди. Два глаза, две ноги, две руки. Понятно. Расскажи мне про картину, которая висит вот над входной дверью. Ну, это у нас как икона, можно сказать. Это вот я подарил Тане на день рождения. Если бы она была красным цветом бы нарисованная, она бы, наверное, от негодования лопнула бы. То, что если вы еще и на балкон ее вытащите, она бы вообще бы, наверное, взорвалась бы. Почему? Потому что она называется «Сволота подглядывающий». Много она подсмотрела тут. Она все за всем наблюдает и все в себя впитывает. Поэтому вот я специально такой синеватое, такое холодное, чтобы что-то вот нарисовал. Такой цвет взял. Дмитрий, а вот есть какая-то мечта? Нарисовать что-то такое? Нет. Отсутствует. Есть мечта в жизни, может быть, да. А мечта создать. То есть я уже не ставлю созданное мной на уровень самого себя. Ни в коем случае. Потому что я... идет категория у меня сознания уже, что такое живое, что такое неживое. То есть простой принцип. Ну, в общем, наверное, в мире это иначе, в действительности. То, что знания мне еще пока какие-то не позволяют. Можно понять, что все-таки мы живем такой мир огромный, и что существует то, что мы даже не можем подозревать о чем-то где-то. Художник может себе сегодня заработать на хлеб? Художник, ну, в принципе. Если за границей, может быть, а здесь, тем более в Чите. Если бы ты жил за границей, твои работы раскупались бы, как ты думаешь? Без понятия даже. Никакой гарантии здесь быть не может. Это индивидуальный случай, так же, как с каждым человеком. Его же конкретная жизнь. Какой он, какое к нему отношение и его к людям. Здесь вот, в принципе, в этом-то все и заключается. Толя, ты студент медакадемии. Анатолий, ну, если твои друзья, они как-то изначально были причастны, так скажем, к
художником, то есть они там познавали азы, то ты, в общем, сам начал рисовать. Когда это случилось, может быть, под воздействием своих друзей или нет, или у тебя тоже? В принципе, я рисовать начал с самого детства, ну, с ним давно уже, многих-то знаю, но все равно рисовать я начал раньше. А вот скажи мне, почему в детстве дети рисуют действительно солдатиков, то есть на нормальных, как бы нормальное изображение, а со временем, в общем, у человека все перестраивается настолько, что картины его кажутся необычными? Ну, я вот недавно нашел свои детские рисунки, там солдатики, всякие вертолеты, то же самое. Ну, потом вот как-то постепенно, потом вот у меня какие-то леса идут, типа попытка какая-то нарисовать всякие натюрморты, а потом вот переходит просто, это, не знаю, это необъяснимо. Я вот хочу понять, то есть это как бы изнутри идет. Вы не занимаетесь насилием над собой, что вот надо нарисовать картину, которая была бы такая необычная, это как бы модно сегодня. Вот нет такого? То есть это вот идет от души, действительно? Я же подчеркну, допустим, лично у меня вот, бывает по-разному. Бывает и так, бывает и так. То есть я могу и себя заставить, а могу и просто отдыхать рисовать. То есть я пробую, пытаюсь там где-то сколько. То есть они совершенно разные все по характеру. То есть даже не всякий человек потом может сказать, что это именно я нарисовал, допустим. Почему вот как бы какие-то вот такие фантазии, они немножко такие отягощенные, такие? Ну, это жизнь. Вот давайте посмотрим простым глазом, вот что у нас окружает. Вот, то есть через зрение человек же все-таки воспринимает. Вот посмотри, вот я, допустим, если на твои работы посмотрю, то мне сразу же делаю вывод, что, допустим, как-то все тяжело у тебя в голове. Вот. Да, ну это тяжело, но я разбираюсь так маленько себе даже. Стараюсь как-то это сделать. Если бы я этого не делал, был бы вообще, не знаю, такой бардак был бы. Бывает у тебя настроение, когда ты просыпаешься утром и говоришь: «Господи, какое счастье, что ты мне подарил этот день!» Вот просто светлое. Ну вот судя по работам-то, не скажешь, они какие-то мрачные? Когда мне сны не снятся зачастую, это очень редко, и поэтому я просыпаюсь так же, ну, как-то это не так. Когда мне раньше снились сны, я вот, да, действительно, я такой, кошмар какой-нибудь приснится, я такой утром позову, ой, ну, хорошо-то как на этом свете. То есть, вот это наслаждение. Дима, а тебе какие сны снятся? Всякие разные. Ты еще по натуре добрый человек? Очень даже. Очень добрый. Понятно. Ну, опять тот же вопрос. Почему картины такие немножко устрашающие? Может быть, это комплекс такой, который ты не можешь побороть в себе? Может быть, и комплекс даже. Детский какой-то. Ну вот в основном вот видели, да, вот дети какие-то, женщины какие-то, да, изуродованные. Наверное, комплекс какой-то. Всех комплексы, наверное. Даже этот комплекс, наверное, в какой-то перерос в какую-то фобию, наверное. В страх. Ладно, понятно с вами все. Теперь скажите мне, планы на будущее, вот относительно этой выставки, хотели бы вы ее как-то сделать более такой доступной? Конечно. Скорее всего, будет выставка, ну это все мы оформим, конечно, зал с ним. Тут, во-первых, освещение плохое, все это блики везде, все это. Светится не так, как надо, места мало, и народу вот мало пришло сегодня. Но будет, конечно, лучше все это. И все это, наверное, побольше театральности какой-то. Вот я говорил уже, карлики будут там. И выставка-продажа намечается, наверное, будет. Понятно.
Все, спасибо. Долгий учитель вспоминал. Я живу один. Один сейчас. Понятно. Вот есть ребенок, есть у тебя вообще? Если бы был ребенок, учить как бы разумно чего-то такого. Еще немножко. То этот день должен как-то пройти неплохо. То есть я могу и пожертвовать многим, и все что угодно сотворить. То есть создать действительно что-то новое. Такое есть действительно желание огромное. И меня, по-моему, уже невозможно как-то остановить в этом плане. То есть я действительно как бы себя подготовил на какие-то и пожертвования там с моей стороны, что, чем я могу. На второй план было такое время, когда это было для меня опасно. Но сейчас я не нахожу там. Сейчас по-другому не тяги к этому. Сегодня должен был прийти человек в общество трезвости. Здесь? К вам как к кому? Как к вам тоже как к кому? Здоровые, вполне нормальные цели. Может быть, мы какой-то клич бросим? Что, типа, объединяйтесь? Ну, что, это Таня Булановая доходит? Только не советская и стража его. Что ты против Тани? Владимир? Это Димон, а ты что-то рассказывал про Иркутск? Зашел в музей еще там, что ли? Хотя нас учили по этим репродукциям, да? Да. В учебниках там везде, а на самом деле посмотришь на это. Говори. Владимир Владимирович. Алексеевич. Ой, Владимир Алексеевич, простите. Вот выставка необычная. Какое впечатление у вас? Очень необычная. Хотя я в художественном музее был всего два раза за все время его существования. Первый раз, когда открывали. И как-то один год с внуком приходил. Он сейчас вырос очень большим внуком. Внук тоже и сын в детстве любили рисовать. То, что, о чем вели речь. Тоже рисовали натурально. Но потом оба отошли от художества. А я не любил рисовать. Мне больше хотелось писать просто, сочинение, фантазировать. А это под влиянием Гробина. Как вы относитесь к идее ребят вот, организовать подобную выставку? Это замечательно просто. Причем эта тенденция, оказывается, не нова. Еще 3 века тому назад Гофман, тоже известный писатель, сказочник немецкий, у него рождались тоже фантазии, чудесные сказки, все читали. А есть у него еще и ночные страшилки, как говорят сейчас. Так, теперь вы мне скажите несколько слов о творчестве ребят. Ну, о творчестве ребят я только сейчас вот кратко познакомился, где-то несколько минут. Значит, они ведут современную тенденцию именно на многоплановость, одновременное воспроизведение многоплановости. Вот многоплановая картина. Здесь мы видим и сказку, и реальность, и фантазию, и микромир, и макромир, и все в одном произведении. Мне это очень нравится. «Волшебные руки». Это же чудесное воспроизведение, правда, там с некоторыми дефектами. Но это руки экстрасенса. Я определил сразу так. Завораживающе. Дьявол, он страшный вообще-то, в принципе. На слабонервных будет действовать. Слабонервным сюда не рекомендую ходить. Вот.
Есть картинки реальные. Вот чудесная картинка. Здесь ни одно изображение, ни одно лицо. Здесь я насчитал 3 лица. Может быть, даже больше. В детстве я любил рассматривать картинки деревья. Найди разведчика во время войны. Вот. Все такое прочее. Здесь даже те годы только зарождалось, сейчас оно продолжается. И я говорю, это идет с давних лет, с 17-го, 18-го. Как вы узнали о выставке? Только что меня предупредили, я пришел домой из Пушкинской библиотеки. Зайдите, пожалуйста. Я зашел. Спасибо. Очень хорошее впечатление. Спасибо. Как вы отнеслись к идее ребят, к идее вашего сына создать подобную выставку? Ну, я думаю, что, в общем-то, это уже не первая выставка, потому что Дима у нас, в общем-то, выставлялся в городе Краснокаменске, вот, с определенными там отзывы были какие-то и положительные, и такие и интригующие даже. Вот поэтому, я думаю, они должны расти, себя, говорится, показать, иначе вперед никак не пройти им. Вот. Просто вот искусство, которое они пытаются познать, может, что-то внести в него, ну, несколько своеобразное для нас, в общем-то, где мы привыкли к таким стандартным, как говорится, художественным произведениям. Вот. Но все равно вы стараетесь понять их? Нет, главное, что они, в общем-то, главное, что эти вот все картины, они, ну, не оставляют нас равнодушными, в то же время не сделают нас как бы отрицательно, мы не относимся к этим картинам. То есть все это что-то положительное, что нужно нам, в общем-то. Вот. Все, спасибо, да. Спасибо. Сейчас какой кадр нам нужен? Сейчас, я еще не буду.